Всем привет! Сегодня мы с вами будем пить пиво, потому что мне не с кем. Поэтому будем с вами. Потому что у меня кумовья заняты. Задолбали. Всегда заняты. Просто жизнь проходит, короче. Не, я, конечно, понимаю, что... Блин... Пиво, по-моему, сболтнулось. Мне так уши позалаживало. Как будто там что-то происходит. Такое зло берет. Во. Взяла какое-то лев. Темное. Классно. Реально прикольная. Может, уши поотлаживаю. Взяла еще халвы. Но это на потом. И рыбу такую. Вомер. Ну, уши меня кумарят просто. Поэтому буду бухать хоть немного, но... Блин, такая классная рыба, смотрите. Она такая офигенская. Короче, хочу сказать вам, бухайте, пока лезет. Встречайтесь почаще с друзьями. Сейчас возьму нож, надо разрезать ее. А не раз в 100 лет. Я все понимаю, но просто что? Жизнь так быстро течна. Думала взять селедку, а потом думаю, да ну нафиг ту селедку, она уже меня задолбала. Не знаю, завтра, если не отложит уши, надо будет снова к врачу херачить, задолбали. Или пойти борного спирта туда залить. Вкусно? У меня все по кругу, знаешь, горло, зубы, уши. Чувствую, что мне будет мало пива. Но надо как-то сдержаться. Это будет такое видео, типа, без слов.
Рыба офигенна. Короче, я сейчас напьюсь пива, и мне сразу уши отпустят. Они не болят, просто сдавливают. Ну, не сдавливают, а позалаживало. И там какой-то, когда разговариваешь, так, ну, не шум, но что-то там не то. Пиво прикольное, темное такое. Сейчас напьюсь пива, покурю. И все будет супер. Супер зашибисто. А что делать, если не с кем пить? Если не с кем пить, значит, надо пить в одиночку. Ну, конечно, если водку, так мне кажется. Хотя, я думаю, в одиночку тоже пьют люди. Что делать? Я раньше, вы знаете, как-то осуждала, а сейчас понимаю, что пока лезет, надо пить. Короче, сейчас руку помою. Вот там эти кишки, да, кости. Чтобы не пить таблетки, надо пить бухло. Пока ты всех дождешься, пока все будут в форме, в желании, так уже постареть можно. Но рыба самое оно, свежак. Там и селедку только привезли, потому что полное ведро было. Они как-то всегда привозят в середине недели. Да, сейчас бы, конечно, пивка, да, в компании кумовей, да не дома, а где-то на улице. Ну, что ж ты зробишь? Злись, не злись, от того ничего не поменяется. Потому что у каждого свой ритм жизни. И везет тем, кто сходится с друзьями так, что кто-то захотел, только щелкнул и погнали. Особенно семейные. Это очень тугие люди на подъем. Потому что у них
сначала идут малые дети, потом большие дети, потом им просто в паб куда идти. Потому что они уже как бы вместе, им смысл. Ну, типа, какие впечатления? Я в магазине долго смотрела на колбасу, а потом думаю, да ну нафиг, почитала состав, думаю, не буду. Пиццилю, короче, усилитель цвета и состав какой-то для дозревания колбасы. Я думаю, да ну нафиг, чтобы она мне еще в желудке дозревала. Но я не знаю, как она, дозрела или нет. И главное, что вот эти все фишечки, дозреватели, херятели, они так на каком-то фоне написаны, что еле видно. Классно. Фу, реально легче стало. А то уши эти начинают вот оно напрягает. Оно не болит, ничего, но оно напрягает, короче. Видите, какие? Я 3 рыбы взяла. Думаю, да гулять, да гулять. Я ж мясо не жру, так надо что-то жрать. Такое белковое. Ой, а завтра еще голову поглодую. Сегодня типа в наглую. Так, тут надо аккуратно с ножом. Так жарко, капец. Да что ж ты не вылазишь, ну? Это Жуша заложила после того, как я вот открываю окно. Ложусь мордой напротив окна, и оно так хорошо дует, ну и надуло, блин. Что, значит, засквозило, знаете? Мне кажется, что надо завтра попробовать купить борного спирта и хернуть туда в ухо. Ну, если не поможет, тогда уже к врачу, конечно. Ну, это, блин, из-за такого, из-за перемены температуры, потому что днем печет нещадно, а вечером я же говорю, что я открываю и, короче, типа засыпаю, ну и получила по заслугам. А еще эти дела, так оно, наверное, иммунитет ослабленный. О, разрезала. Жестоко. Ну, рыба обалдеть. Просто вот это вомер, это очень вкусный, когда он свежий. Просто такой малосоленый, офигенский. Класс. Так можно каждый день бухать. Дома. Зачем куда-то идти, кого-то звать. Как в том стишке. Как хорошо уметь читать. Не надо что-то там просить никого. Не надо ждать, не надо звать, а можно сесть и прочитать. Так и я. Не надо это, а можно сесть и побухать. Бо я же говорю, пока дождешься, так можешь высохнуть.
Короче, такая вкуснотища. Я не могу оторваться. Сейчас сразу все пойдут что-то жевать. Потому что я это знаю. И хейтеры начнут писать. Фу! Как она может? Хейтеры начнут так писать, а остальные пойдут что-нибудь пожевать. Плохо, что она рыба это с костями и с этими, с кишками. Хорошо было, если бы такая была рыба без костей, без кишок. Типа рыба-филе. А живот мой урчит. Довольный. Я вот это не собиралась пиво пить. Но вышла на улицу, там так классно. Я подумала, а почему бы и нет? Давай звонить кумовьям. Они уставшие. Потому что за день выбегались. Это же я дома сижу. А люди бегают. Вот и получается, что бухать не с кем, когда хочется. Надо либо ехать к ним и ночевать. Ехать к ним не хочу, потому что я не высыпаюсь у них. У них жарко. Потом у них... Если вместе с ними спать, то они будут подхрапывать, я не смогу заснуть. Ну, смогу, но буду просыпаться. С непривычки. У них кошка, которая утром может будить. В общем... Годы уже не те. Короче, такая офигенская рыба. Я съела две рыбины. Вся в рыбе. Морда вся в рыбе. Как с голодного крана. А то сиди,
Да не пей, да не кури. А потом хоп, уши, жопа, зубы. Уже доказано, что те, кто не пьет и не курит, чаще попадают со всякими инсультами и вообще болеют. Это я ходила до окулиста, ну, мужчина такой постарше. И он говорил, что да, говорит, я тоже буду. А, и я, короче, так устала, меня уже замучило тогда, дышай был. И плюс еще глаз этот залитый кровью. И, короче, он говорит, я тоже, говорит, буду уже начинать бухать. А то не пью, не курю и инсульт. А тоже он и инсульт, что не пьет и не курит. А все до сердца принимает. Надо помыть лапы, потому что полностью брыли. Но у меня еще одна осталась. Ипка. Не знаю, конечно. Там сейчас надо переместить эту рыбу. Или так в кульке. Я уже не буду последняя. Я думаю, что уже хватит. То на завтра. А и так и лежит. У меня еще пиво полбутылки. Такой этот бухарик, что пиво еще пить не перепить. Короче, уже темно, ни хрена не видно. Надо уже садиться либо под окном. Ла-ла. Ютубу не понравится такое темное. У меня ж тут света нема. О, тут, конечно, хорошо. Ох, классно. Надутлилась. Мне, наверное, много не надо. Мне уже... Главное, рыбы много. Аж две штуки сожрала. Бумс. Бум. Парарарабум. Парарарабум. Две мои цигарки. Уже не мало. Есть. Главное не читать надписи. У меня этот Давидов. Ой. Классно. Сейчас надо взять. Куда? Пепел. Пиво вылазит. Вот так вот чуть-чуть, нормально. Сейчас окно чуть-чуть прикрою, потому что чтобы не заглядывали. Солнце сядет. Так, под окно сядем. Закроем. Ну, окосило конкретно, да? Ала-эла. Так опьянело, именно так хорошо так. Ну, быстро отрезвели. Пойду завтра в аптеку. Скажу, дайте мне бурного спирта. Отлейте. Крепчущие. Против, я до этого, ну, докуривала, у меня была пачка с ароматизатором, типа,
капсула. И они такие слабенькие, а эти такие, ух. Да лучше, блин, бухать и курить, чем, короче, жрать таблетки. Задолбала просто. Да, вот так вот быстренько наелась, напилась и все. Сейчас окосею, потому что сигарета. Какая гадость. Ой, это заливная рыба. Да, ухо, короче, сдавливает. А что, жара такая? Я говорю, а мне голос, ну, не такой, как я его слышу не так, как раньше. Из-за того, что, короче, вот это ухо. Может, там и пробки, конечно, но не знаю. Из-под бутылок. Фу, жарко стало. И так жарко, просто жара невыносимая. Просто такая жара. Я уже такую жару не помню, когда она была такой. Сейчас, короче, допью. Посижу, чуть-чуть отойду, потом в ванну, в душ. После меня под градом. Хоть выкручивай. Это мне напоминает опьянение, как в Турции. Ты так и не пьяный, и не трезвый. Это так офигенно. Может, прогреюсь, так пройдет ухо. Надо залезть, замотаться в одеяло и пропариться. Это точно с окна надуло, бляха. Да как так можно? Раньше, ну так я, правда, раньше так и не ложилась под окно. Оно просквозило, наверное. Так, блин, как оно могло? Хотя, может, даже в маршрутке просквозить. Фу, все. Лев темне. Сейчас открою окно. Чуть-чуть. Последняя уже не лезет вот эту. Пока с рыбой нормально, без рыбы уже все. Может, какие капли там, типа, противовоспалительные. Хотя я же не знаю, чем меня там воспалить. Оно ж не болит, а просто заложенность. И неприятно такое. Ничего, пройдет. Сколько уже всего было уже. Что там ухо? Ухо это уже фигня. И именно же вот так вот вечером, ну, легла ж спать, вот так открыла окошко и легла, короче, кровать же под это. Вчера я уже закрыла окно, потому что думаю, не. Нафиг надо. А оно ж так вечером холодает, ну, ночью. Оно холодает где-то в час ночи.
И такой хороший, свежий воздух, холодный. С одной стороны, хорошо, что свежий воздух, с другой стороны, не очень. Сколько я уже снимаю? Полчаса. За полчаса я успела наесться, напиться. Но много не лезет. Не могу. Уже вот это все уже. Еще он, грамм 50. Когда в компании лезла, ну ничего, на выходных, я надеюсь, будем у кумовей там обдирать обои, и тогда уже, может, вместе побухаем. Сейчас я прогреюсь пивом, и все будет хорошо, посмотрим, как завтра будет. Может, мой организм и начнет справляться с этой гадостью при помощи другой гадости. А что делать? Боль. Я всегда так вот одну бутылку не могу выпить. Пол бутылки отлично идет. То, что уже остаток, уже все. Тем более, если нету чем зажевывать, ну, типа чипсов, там, какой-то гадости, то уже, блин, не лезет просто. Ну, тут написано в составе хмель, солод, ячменный. Ну, в общем, реально вроде ж пиво. Не такое, как вот порошок. Но она стоит 19 гривен. Хотя там было за 14. В общем, жутко дорогое. Шучу. Хотя в Польше я не сильно хотела. Не, поначалу хотелось выпить. Сильно уставала. И хотелось. А потом я заболела, короче. Не могла, потому что пила таблетки ж, блин. Все выпила. Короче, все. Спасибо за то, что побыли со мной. И пока.